Здравствуйте, друзья! С вами снова Джабраил. И с вами снова я, Федор секс-инструктор. Я, кстати, медик дипломированный. Пока вы это видео загружали, та свинья по естественным причинам умерла. Вон. Да, это случайно вышло. В общем, короче, мы новый уровень начинаем. Сейчас нужно быть очень осторожным. Тут летал копа-свин. Вот он, кстати. А вот еще один. Вот он, прилетел. Их там два будут, готовься. Да я знаю. Погоди, сейчас он тут пока патрулирует, я его здесь подожду с дробовичком. Давай. Но типовик теряет свою силу на расстоянии, не забывай об этом. Да он подлетит нам сейчас поближе. Поднимай Беретту. Вот он, гад. Давай, да, снимай, блин, его, снимай кемпери. А ты давай ему в это... Я не могу так быстро, он у меня тем более лагует. А ты встань просто в одно место, наведи прицел на место, из которого он полетит, и просто пали. А это хер с ним. Ой, гаси его. Он же охранник этого магазина, а мы его грабить пришли. Разбойники с большой дороги. Нормально сейчас. Опа! Нормально, всадил ему. Так, ребята, это ограбление. Ограбление магазина с порножурналками. Книжного магазина. Ограбление книжного магазина. О, еще этого накажи. Тихо. Сейчас положу всю банду. Всю эту гнилую тусовку похотливую. Гнилую тусовочку. Так, где здесь секреты? Секреты? Там кнопки надо было нажать в особом порядке. Это понятное дело. Так, а что тут еще есть помимо этих кнопок? Есть еще мужской и женский туалет. О, козёл. Я тебе говорю, мэн. Но если что, помни, кнопочка М вылечит без проблем. Так, подожди, стоп. Это женский или мужской? No one under... Пятница. Да как? Чувак, а чё ты меня не предупреждаешь? Так я не вижу. Ты сохранись давай. Да. Я-то думал, ты меня будешь предупреждать о таких случаях, а ты... А, нет, я вообще на экран не смотрю. Чего ты? Ты смотри на экран. Ой, ёпта. Не, я искал интересную информацию про дробовик, который в этой игре используется. Ну, я уже ее заучил. В общем, шотганчик у нас используется модели Виктор Дробыш 2. У него есть рукоятка для ускоренной перезарядки. И вообще это винчестер, походу, или что-то такое. Вот. Все оружие в этой игре American Made. Кроме фантастического, оно Science Fiction Made. И здесь можно взорвать стену, я боюсь. Но у нас опять нет гранатомета. Но, возможно, он когда-нибудь появится. Опа! Hello! Yeah. Так, ну сначала мы разберемся с теми, кто, возможно... Вот, типа вот этого копа! Он там порнографию смотрел. Собака. За это получил пулю. Что ты смотрел? Со стенными штанцами. Страх какой. Вообще, это нормально? Вот. Да, шоу попок смотрел. Для этого он прилетел на Землю, чтобы тут на наших девчонок смотреть? Конечно. Получай, инопланетный захватчик. Да. Инопланетный порнограф. Я ходил по Ютубу, короче, я нашел такой канал, он назывался Мистер Макс и Мисс Катя. И, короче, это типа как два каких-то ребенка, короче, мальчик и девочка, у каждого свой канал, хотя они брат и сестренка, да. И, короче, типа вся фишка канала в том, что их, как типа их уродливая мать покупает им гигантские сюрприз яйца, которые они как типа открывают на камеру и такие: «Уии! Игрушка! Мя довольна игрушки! Сюрприз! Огромное яйцо! Такие большие яйца мама принесла Мистер Максу!» Серьезно, вот поэтому я за принудительные аборты. Принудительный аборт — единственный выход, конечно, в нашей ситуации. Так. Единственное спасение для белой цивилизации. Там какая-то особая была особенность, мэн. Ясное дело. Ты не волнуйся, если у тебя не получится с первого раза. Unlocked. Unlocked, все. Все, вот и все. Вот эта дверь у нас unlocked. Да. О, там будет монстр. Да, спокойно.
Ну да, короче, да, я стал искать еще сюрприз, яйцо, короче, блядь, это какой-то ебаный тренд, короче, ребята, кто не в курсе, описываю. А, блядь, короче, канал, любой, мистер Макс, миссис Макс, короче, мисс Марпл. Мистер Малой. Мистер Малой, да, тоже, вот, блядь, сигарет, никотин и так далее. Короче, блядь, Радак, короче, делает какую-то, типа, как говняные игрушки какие-то, берет, типа, пазлы вонючего, картонного, неинтересного, да. И он как их напихивает, типа, как в башку Ниньона ебаного из этого мультика Unthankful Me или какое-то такое, блядь, говно. Ну, ты мне сам объяснял, Джабра, ты знаешь, о чем я, да? Ну, вот, короче, пулеметик, трехстволочка, очень хорошо. Ну, вот, короче, и потом этот ребенок это яйцо вонючее на камеру раскрывает. Я придумал, короче, если у меня когда-нибудь будут дети снова, да, после моего мертвого ребенка, бесплоден еще, конечно. Вот, я тоже такое сделаю, но я сделаю яйцо, короче, я сделаю сюрприз яйцо с этим самым... Нормальный чувак, там написано, Дюк Нюкем должен умереть, я быстренько тебя прерву. А что это они охуели? Они тут... Из окна их, давай. Они тут пропаганду, сейчас. Летят гады. Ой. Да. Это я не подумал, конечно. Блин, инопланетные захватчики. Сейчас, секунду, я подготовлюсь. Угу, давай. Опа. Хорош, чувак, хорош. Красава. О, второго подбил, все. Ты выпустил джина из бутылки, и под джином я имею в виду двух агрессивно настроенных свиней. То-то я чую, беконом запахло. Угу. Блять, петух нахуй. Давай. С окна ты его не снимешь, он близко к дому. Ладно, да, ты прав. Выйди лучше, но выйди осторожно. Ну, да, чтобы быстро закончить мою историю, я бы наполнил уксусной эссенцией сюрприз яйцо для своего ребенка. Ну, правильно бы сделал. Один раз бы обжегся, больше бы не хотел. Во, открой эту хуйню. Привет. Теперь ты можешь в другое здание войти. Единственное, здоровье. Уёбтво, как всегда, блядь. Уёбтво, блядь. Так. Вот. Когда это? Я когда там? Дюк-нюк-нюк, да. Давно я сохранялся, конечно. Ну ладно, сейчас разберемся, чувак, сейчас разберемся. Нормально. Ты главное там не ссы, я знаю, ты уже засал, наверное, все. Ну, я известный ссыкун, конечно, но знаешь, я знаю, что игра в хороших, достойных руках. Все в порядке, видишь? Меня позвал, а я тебя похвалил. Вот кто друг, а кто не друг, кто цыганин. Это ж ты моего коня увел, да? Какого коня? Ну, моего коня гепарда. Я ж казак, у меня конь есть свой. Ты кизяк. Нормально. Давай этого любителя удовольствий пикантных. И второго тоже. А ты в грудь целься, чувак, ты в пол не смотри. Ты носи, короче, носи свою пуху на уровне груди. Да я знаю, что ты мне советуешь. Я все знаю. Не глупый малец. Да, ты вообще, ты очень умен, только осторожно. Вот так его. Все нормально, все в порядке. Ты его научил жить. Ты главное не нервничай. Блин. А ты пробовал когда-нибудь М нажимать? Но сейчас тебе не надо, конечно. Нет, ни разу. Ну вот смотри, в следующий раз у тебя хелфы упадут, нажимай М, у тебя 100% аптечка. Боковые зажать, а среднюю отпустить. Да, помню. Так, здесь я засейвлюсь. Угу, правильное решение. Hell yeah. Hell yeah, boy. Нормально. Блять, ебаный свинокоп, нахуй. Давай его. А, это не свинокоп, это лох. Это ящерка. А, ну ящерки. У нас с ними разговор очень короткий. А вот там будет дальше свинокоп, если мне не изменяет память. Может, изменяет. Нет. Будет. Вот и он. С одного выстрела вплотную. А это был не свинокоп, я извиняюсь. Это была ящерка. Так, ладно. Поэтому в темноте и пряталась, чтобы бог ее лица не видел. Чтоб не ужаснулся, что он создал. Так. Давай, наказывай. Козёл. Нормально, немножко. Всё окей. О, это я понимаю, пуха. Так, давайте засейвимся. Ствола, пацаны. Вы когда-нибудь
Вы когда-нибудь хотели бы, ну, попробовать с тремя стволами? В три ствола. Тихо. Чтоб у вас кто-нибудь. Хотели б? И черные. Тихо. Давай, давай. Я за вас отвечу, да. Но не за себя. Ну и за меня тоже не отвечаю, если что-то. Ну и за тебя не отвечаю, да. Ты и сам способен ответить. Блин, что им так Дюк Нюкем не нравится? Что он им когда-либо сделал? Дюк Нюкем единственный, кто не дает им нашу планету захватить, ебаную. Ну это правда вообще-то. Сука, вот там и сидите. Это хорошая новая игра по Дюку Нюкему, я слышал, 11-го года. Я слышал, что она не особо хорошая. Ага. В том-то и соль. Хотя, в принципе, может, я не ошибаюсь, я не знаю, я, конечно, не играл в неё, потому что, знаешь... Не, она, походу, сосякала и была линейная, знаешь, типа, и ты в основном, типа, как из окна торчишь и стреляешь по скутерам. Булзай! Давай, гаси, 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 гаси. Красава! Сейв. Кстати, а если ты кнопку зажимаешь мышки, у тебя он не начинает быстро дико стрелять пистолет случайно? Я не хочу проверять. Ну, сейчас-то и не надо. А тут нет, как в старых других нормальных играх, типа альтернативная атака, короче. Альтернативной атаки нет, нету. По крайней мере, не у пистолета. Факт. Вот, блять, вот, вот это вот. Осторожно. М сейчас нажми, нажми. Не буду. Но ты же на последнем издыхании, ты же сейчас будешь кончен. He's gonna end you righteously, boy. Куда идти? Они страшные, я ж недавно. Я просто ничего не вижу, чувак, серьезно. Там темно, я знаю, тут... Погоди, погоди, погоди. Блять, я ж сохранялся, мэн. Ты-то сохранялся. Но сохранялся ли ты? Ой. Ты серьезно, ты около двери сохранился. Ну да, ты был свидетель. Так что, у тебя сейвы сломалось? Я не знаю. Но ты... Но её нету больше. Ты зажимай мышку на нём. Всё окей, всё окей. На этом Пете. Сейчас я всё расскажу. Сейчас я тебе всё сделаю. Купите. Ага. О, нажми F11, если тебе темно. Зачем? Это тебя гамма настройки даст. N нажми, N. Не M как мама, а N как Николай Расторгуев. Зачем? Это будет ночное видение, man. Да ну нафиг. Ночное видение, baby boy. Не мой коленкор. Давай, сделай, сделай, сделай. Не работает, мне очки нужны, по-моему, для этого. А, тебе нужны очки специальные. Угу. Угу. Что, забыл очки дома четырёхглазый? Я не ношу очки, но да. Угу. Я слышал, что ты книжный червь. А ты просто червь, презренный. Лучше быть презренным, чем книжным. Книги пипами пишут. Подожди, сейчас я напишу Дюк. Чура. Три. Game saved. Ну хорошо. Allowed, если я нажму. Есть. Ну хорошо. А чё ж он тогда? Чё-то, видимо, я там натупил. Ладно, фиксим. Sexy motherfucking bingo. I'm so sexy. Ты ж больной просто. Я не больной, чувак, знаешь? Ты мне часто говоришь, у нас летсплеи для сумасшедших. Только гориллы подписываются на нас. Но я тебе говорю, чувак. Я тебе говорю. Если бы мой пенис был бананом, то я был бы Фаринелли Кастратом. Плачешь там? Эту страну никогда не победят. Что? Тихо. Давай. Пидарас получил, так. Накормил свинцом. Паум.
А в этой игре уже хедшоты изобрели, типа, если ты в голову его месишь, он сильнее умирает, чем просто, или нет? Он умирает как нужно. Опа, хорош. Отрицает, что он военный преступник перед смертью. Зато Дюк Нюкем никогда не отрицает, что он военный преступник. Военный преступник для пришельцев. Угу. Было бы что чего стыдиться. Конечно. Ух ты, говноед. Знаешь, кто еще военный преступник против пришельцев? А? Навальный. Я думал, Дональд Трамп. Не. Блять, кто? Ты охуел? Ты охуел? Прилетел к тебе. А вот какого хрена он вообще прилетел? Его кто спрашивал? А что этот тут делает? Завис в воздухе просто. Козел. Хотя ракеты, они не теплонаводящиеся. Может быть, просто ими пулять, и они автоматически на скутеры налетят? Я им налечу. Ты давай его меси. Нет, тебе окно, ты в детали стреляешь, мэн. Ах, блять. Знаешь, что я сделал? Я сделал лоуд-гейм. Да ладно тебе? Ну ладно, да, ты прав. Давай. Потому что я какой-то херней страдал все это время. Так. Подскакивай, стреляй, как в Майами Хотлайн. Да, только от первого лица. Ага. А, кстати, мне такая графика не нравится, как Хотлайн Майами. Мне нравится изометрия немножко. Знаешь, когда чуточку тела видно, когда они не просто как головы с плечами. Ну так это графика для всего своя, понимаешь, чувак, нужна. Ну, просто да. Hotline Miami лучше такая, графон. Но я бы сделал все равно там, знаешь, какой, изометрию. Я бы чуточку под угол камеру опустил бы, знаешь. Как в Ultima 7 или в Ultima 6? Ну, не совсем так, потому что там я теряюсь. Я не понимаю, где вверх, где низ, и как бы долго я не играл в Ultima 7. Я просто весь такой, типа, как, блядь, почему они так таким странным углом? Но я знаю, что, да, типа, раньше игры скорее так делали, чем иначе. Типа, вот именно под этой странной для меня перспективой. Ни одна ультима этим страдала. И это было, типа, как cool, nice. Я до сих пор считаю, что это cool, nice. Я до сих пор считаю, что это лучший вообще вид графики. И к нему привыкать надо, знаешь. Если привык, то все, то все. А еще очень нравится мне ультима 7 вообще. Знаешь, как и тебе, в принципе. Нам надо будет сделать летсплей на Ultima, на Ultima Series. Начиная с третьей, кстати, да, с четвертой. А я не спорю. Надо. Стоит. Так, неплохо вроде прошли, сейв. Что прошли, заебись. Так, Duke 5. Duke 5. He's alive. Very good. He's a dude. Rude. А, блин. Ты лучше сказал. Бей его. If you don't harm any animals, maybe one day you can touch my genitals. Блять, как темно. NV сделай себе. Нет, нельзя сделать Out Vision. Нужны очки найти. Тогда ты выбирайся аккуратненько. Оп, хорошо. Все, ладно, сиди там. Пусть он там сидит. Да, не буду с ним разбираться. А нечего с ним разбираться, он же дурачок. Да, кстати, походу секретка и была на полке книжной потыкать. Кнопкой Е как-нибудь попробуй. Может еще попрыгать как-то по ним? Хуй знает, мы как-то с тобой на халяву открывали в прошлый раз. Как-то просто случайным образом. Оп! Опа. Понял, что делать? Понимаю, что происходит. Куда он меня переносит-то? Он тебя задвигает, типа там дверка. А, вот дверка. Хе-хе, привет. О, хорошо. Ладно. Что, фонарь какой-то или что? Граната, походу. Грена. Ну ничего, граната своего фашиста найдет. Найдет, так. Кстати, ребята, мы на Федор Плейс уже в апреле. Мы готовимся к самому важному, я думаю, празднику в истории нашей страны, 9 мая. Поэтому каждый лайк, который вы поставите этому видео, равносилен лайку под видео, которое снял ветеран. То есть, ставя нам лайки, вы считай, ставите лайки ветеранам, которые за вас жизнь положили, ребята. Положили, и не одну, так что давайте, ребята, не выебывайтесь. И плюс этот уровень сделали ветераны Второй мировой войны от Советского Союза. Полностью построили своими артритными руками,
Хотя им не стоило уже этого делать, да, они уже достаточно сделали для вас. Это для вас, между прочим, да. Коричневую чуму изгнали. Знаете, что бы с вами было, если бы они там что-то... Вы бы умерли. Угу, угу. Все эти немецкие женщины в Берлине, если бы они их не изнасиловали, что бы тогда случилось? Вы бы не родились. А я думал, я зверь. А что я такого зверского сказал-то? Ну, в рамках. Демоголики немцы. Ты же их фрицами назвал. Блять, а что, у меня патронов нету? Ебануть. Ты же сказал, что они одной нации с гоблином Пучковым. Что, хороший? Кстати, малоизвестный факт, гоблин Пучков немец этнический. Абсолютно этнический немец, да. Угу. Он не за наших был в Вовке. Да и не особо и хотел быть за наших. Да, ему предлагали. Этот гоблин. Ему предлагали, он отказывался, кричал: нет, за фашистов хочу. Угу. И Рамштайн ставил. Рамштайн ставил, да. Слэйр себе в наухе себе клал Рамштайну. Накладывал. И громко слушал, что не слышал призывы красных командиров, типа и стрельбу за градотряда, короче, и Сталина. Не хотел слышать просто. Не хотел. Конечно. А куда теперь дальше топать? Ну, вперед по улице, по Ивановской. Вот меня там бар ждет. Знаешь, барчуху нужно зайти. Заебись. Только у меня закончились, ну хотя не закончились, но мало патронов в пистоле. Я люблю пистолем стрелять. Да, пистолет — это всегда круто. Я люблю пистолеты. О, как раз, вот они. Вспомнишь говно, вот и оно. Building, this building condemned. Condemned. Да, больше нельзя в него заходить. Ну, блин, хреново. Не то, чтобы мы особо... Снести как-нибудь. Опа. Сейчас мы его отхедшотим. Билетер. А он нас не сможет. А ты в него попадаешь? Вроде попадаешь. Походу, да. Ну, стой, говноед. Подними. Все, убил. Молодцом. Расправился с ним, с безоружным. А только так с ними гадами и надо. Безоружными. Кстати, они меня убили вот на этом самом месте, поэтому дальше я уже не могу тебе советовать ничего. You're on your own, daddy boy. Так ты мне не то чтобы и советовал что-то? Не, ну я тебе помогал, все видео, знаешь. Как? Ну, я ничего не говорю, знаешь, но я просто так старался, что я думаю, может, ты поставишь. Блять, yellow access card required. У тебя есть синяя. У меня есть синяя, где я синюю могу применить? А может, там можно было синюю применить? Где? Ну, в этом вот слоте. В баре. Он говорит yellow. Yellow надо? Да. Ай. А, вот. Ай-яй-яй. Ну, ебать, я лох, а тут еще одна головоломочка. А ты все нажми. Ну, понятное дело. Ну и что теперь, по очереди? Теперь нажми те, которые показывают стрелочку. А, понятно, да, тут целая же... А какую-нибудь стрелочку, они все стрелочку показывают. А сделал, чтобы они все желтенькую стрелочку показывали. Так они все так и сделали, я уж так сделал. А вот так, если сделаешь? Ну, в смысле, как? А вот так прямо. Ну, что дальше? А теперь отключи другую. Нету. Другую отключи. Какую? Отключи крайнюю правую. Ничего? Тогда включи обратно крайнюю правую, отключи не крайнюю правую. Тихо. Вот она. Оу-е! Нормально, блядь. Отсюда здания должны были взрывать. Как финал бойцовского клуба. Моего любимого фильма. Сейчас мы им устроим финал. Where is my life? Или как там пелось? Да. Причем это пел Брайан Молко из группы Placebo. Нет, это пела группа Pixies. Одно и то же. Ну, ты уж сравнил, как бы, пидора с пидорами. Ага. Вот и я там же большая сестричка. Ладно, нет, не ломается это. Что, там же черепахи живут. Но я хотел к ниндзям, да, к ниндзям-черепашкам, к тинейджерам. Ты в другой игре, мэн. Это тебе не Hyperstone Chase, на который я летсплей хочу записать. Кстати. Hyperstone Chase? Ну, это одна из лучших игр про черепашек-ниндзя. На Sega вышло на Super Nintendo. Я не гомофоб, если что. Я просто хочу сразу это заявить. Я нормально, как бы, к пидорам отношусь, но я просто не знаю всех этих приблуд, как бы.
Геймоголики выросли на этой игре. Ты думаешь... Я не думаю, что геймоголики выросли на этой игре. Геймоголики, вот кто играл в черепашек, блядь, в детстве? В черепашек! Ну ты только что геймоголиков гейми назвал, конченными, последними. Не, спрашиваю у них. Ты их уже назвал, ты даже одним этим вопросом ты назвал их в гейме. Чё, они же смотрели черепашек, знаешь? О, черепашка, они, может, и смотрели, но не играли же в какую-то игру, там что-то Hyper Active Penis Ninja. Там Шреддер похищает камень, который контролирует все время. Это, по сути, блядь, выпущенная в 90-м году, вот эта вот новая игра, Chronic, блядь, ну, в которую PewDiePie играл. Я не знаю, во что он играл. Так, check weapons at door. Проверь оружие у двери. Свет включить лучше, я думаю. А он бы уже был включен. Ага. Оставляйте оружие у двери. Это типа, это был бар для очень, видимо, опасных людей. Сейчас в нем тусуются не менее опасные люди, монстры. Ну-ка. Это был бы прикол, если бы они свое оружие оставили, все это безоружных убивал, как в Албании. Тихо. Тихо, сейчас будем, возможно, мы это делать. Сука, блядь. Вот говноед, нахуй. Вот. А у тебя два патрона только, и ты для себя даже один не оставил. Теперь шотганом придется их. Их-то еще можно шотганом, а себя ты как шотганом. Легко. Ну вообще, да, это же справился Ван Хельсинг, писатель известный. Вот именно. Какой писатель? Ван Хельсинг, да? О чем ты? Хемингуэй. Во. Нельсон Мандела Хемингуэй. Да. Автор «Старика и моря». Автор «Старика». Ну да, и блин. И море. И море, да. Так, я тебя вижу. Стоит там. Начинаешь уважать Хемингуэя. Ну, это ж какой у тебя возраст, дедушка, что ты Хемингуэя начинаешь уважать? Ну знаешь, я как хорошее вино, чем я старше, тем я вкуснее. Писатель-шестидесятник. Там крест на стене нарисован, ты ракету туда запусти. Да, сейчас. Чё ж тебе так патронов мало? О, больше стало. Да. Шотган на уровне грудака, серьезно, меня так дед учил. Ты держи всегда на уровне грудака, поэтому часть типа дроби в грудь пойдет, часть в голову. Лучше бы тебя дед мужчиной учил быть. Так он меня сделал мужчиной, из мальчика. Погоди, вот в тему. Это же можно как-то играть в это, короче, чувак. А ты пни его ногой. А, да, сейчас. Блин. Разбей грифона, или как, блядь, это называется, это формация. Бинго-буги. Не знаю, бильярд меня никогда не интересовал особо. Меня все время звали, говорили: Федя, пошли в бильярд поиграем. На раздевание, там, на секс. Не умею я. Раза три в детстве играл. Ну ты даешь, Федька. Ну ты дурачок, все детство просрал. В бильярд не играл, на раздевание не играл, на секс. Так там бабы были. Понимаю. Так. Я ж когда тетю голую вижу, я же сам не свой. Вот ты гад свинский. Да, давай этого пирося. Сейчас, подожди. Блять, пирожок давай, с салом, дальше. Получай. Нагинай, как Надежда Савченко. Погоди, сейчас. Оп. Свет включить лучше. Сейчас мы ему устроим, блядь, взятие Дебальцева. Ты бармена гаси. Загасил уже бармена. Пам! Хуя, просто месси с дробышем. Месси, он там, вот там, он там, вот так, в темноте. Да нет, его, загасил я бармена. Там второй есть. Вот он где, за углом. Что ты в темноте? Чё ты мне мозги компостируешь? Ты на свет направил, темнота в другом месте была. Ой, там... Ой, ёб твою, блять, мусора! Гаси. Они думают, что я бармен. Получайте, ваша выпивка сейчас пришла. А чё ты стоишь? Полезно. А потому что они ничего мне не могут сделать, лол. А вы хотите что-то выпить, сэр? Вот ваш напиток. Садят. По самое не хочу, по не балуй. Чего? Ничего он мне не садит, смотри, оба мертвы. Ты с тетей иди поговори. Сейчас поговорю с тетей, погоди.
Не торопи меня, не торопи меня. Ух оу, ты. Оу, у нее тут шампанское в этой самой... Во льду. Шампанское такими пробками не затыкают. Сейчас я дал ей немножко денег. Ну, откуда у тебя деньги? Как ты это сделал вообще? Он дает ей деньги, спрашивает, you wanna dance? You wanna dance? Но она... Она говорит, shake it, baby, но она никак не реагирует. Может быть, у нас... Она смотрит этот... Она смотрит телек. Подожди, может, если мы его... Да-да-да, а теперь? Блин, все равно... Она скорее будет смотреть на... Она скорее будет смотреть на сломанный телевизор, чем танцевать для Дюка Нюкома. Подожди, чувак, может быть, у нас что-то не так? Может быть, у нас какой-то родительский блок стоит? Парентлок. Проверь. А, он, все в порядке. Да, все в порядке. Хуй знает, чувак, хуй знает, конечно. Странно. Ладно. Лара Крафт, что ли? Это серьезно, Лара Крафт, мэн. Блять, я даже не могу. А, нет. Ой, ёп, твою мать. Все ее деньги вылетели. Что-то было гротескно, чувак. Это меня офенднуло немножко. Она на деньги разлетелась, кстати, да, это было интересно довольно. Ха. Дикость, дикость. Вот люди были когда-то, а? Ничего не боялись. Ничего не боялись. А ты знал, что кофе оказывает слабительный эффект? Не только это, оно еще энергию вытаскивает из человека. Угу. Ах, но освежает только так. Фиг знает. Не, ну кофе наоборот только сушит. Уй, ёпту. Я люблю кофе. Но оно сушит действительно после кофе. Оно сушит яростно. Из туалета полакать немножко. Ну, петух. Ты знал, что есть такой фетиш на вылизывание унитаза? Сейчас эти свинокопы заставят меня вылизывать унитаз, чувак. Угу, и не только. У них всякое на уме. Да, Дюк Нюкем, конечно, любитель всяких девиаций, но не настолько. Спасибо, спасибо. Мне хватит бекона к моей яичнице из двух гигантских яиц. Сюрпризных. Да ёпта, блять, да ёпта, сколько им карт надо в этой ёбаной игре? Так, и чё здесь? Там был крест нарисован на стене где-то в комнате, это взорви там. Пошли поищем. Там где-то, кстати, там вот музяка за этой дверью играет, там дискач. Мы не можем на дискач попасть. А где крест? Желтая карта. Может, у тебя желтая карта есть после всех этих... Так я открыл уже с помощью желтой карты. А, да? Да. Это самое, а где ты крест видел? А не понял. Это правда не крест, это анархия знак. А-а-а. И он ничего не делает. А, я думал, это крест. Не. Так, окей. Я не знаю право, я в каком-то замешательстве. Я не знаю лево. Я в каком-то замешательстве. Каков, а? Ой, ёпта. Соснул, пидор. Вот где она была. Камон, чувак. А как это можно было заметить, серьезно, вот? Да просто, понимаешь, нужно быть... Нужно, ну как бы... Я не знаю, как это объяснить, как бы. Знаешь, некоторые люди, они просто... Они умнее других людей. А-а-а. Я не хочу хвалиться, я не хочу как бы выдумывать, говорить там что-то. Но я умнее, ну, очень многих людей просто. Ну, возможно. Allegedly. Ты докажи это, пройдя этот уровень. Сейчас все будет. Давай, атомный дюк. Ты главное не сыкуй. Ты главное не сыкуй, малыш. Режим наказания включи. Смотри, сейчас мы. Ага. Оп, а теперь? И сразу, главное, отступаем. Опа. Ты бы лучше сразу стрелял. Ну, это твоя тактика. Моя тактика оставила мне столько же жизни, сколько у меня и было. А чё ты просто ракету туда не запустишь? Потому что я экономлю. Плюс я знаю, что я могу пройти этот уровень с более хуёвым оружием. Например, с пистиком. Ну, это-то ты можешь, конечно, да? Но, блин... Сука, прячется там, как ковбой. Да. О, тётя более эротичная. Блять, а вот откуда-то нас убил этот самый, этот жирный комп? Тётя наказал. Наказал, да, но откуда вот он меня наказал? Может быть, он вышел из потолка? Ну, все возможно, конечно. Давай. Да, угу. Fuck him up. I fucked him up, son.
Я, кстати, хочу музыкальной карьерой своей заняться тут на днях. Так для этого же нужно как бы, ну, музыку уметь. Ну да, но у меня Fruity Loops есть, так что мне не надо больше уметь музыку. Смотри, тут опускаются. Ну вот видишь, на ком тебя свинья опустилась? Вот свинья на таком приехала. Нет, чувак, она не на таком приехала, она хрен знает, откуда приехала. Мне не понять, где он вообще прятался. Ты ракеть их, ты просто ракетуху пускани. Ну, как бы да, но я не хочу. Ну, ты смотри. Геймоголикам бы понравился такой фейерверк красок и цветов. И органов. Нормально органов. Сейчас. Я бы, кстати, поискал еще где-то, что там лекарства наверняка лежали. У тебя 100% лекарства. В смысле, какого еще у меня 100% лекарства? В инвентаре у тебя мешок медика. М, кстати, нет, М это карта, чувак. Не, Н. Н это Night Vision. Николай, ну да. А так я хочу принять лекарство. Ты говорил, что мне можно это сделать как-то. А, странно, кстати, погоди, я пойду посмотрю. Ну, посмотрим. Управление. Тут написано, что карта табом вызывается. Тогда нажми таб. Вылечился, смотри, как они скупали. Ну ладно, не страшно. Ну, это логично, просто M на map. Да. Ну, карта на этот самый, короче. Ну да. Сейв, так, давай снова засейвимся. Давай, жарь эту попку. Сейчас попка будет пожарена, не волнуйтесь, не извольте беспокоиться. Пью. Давай. Hello. Hey, пиги-пиги. Сейв. Ха-ха, ты не берешь рисков. Да, я решил не рисковать. Хотя я рисковый парень. Ну что ж. Знаешь, кто рисковый? Ты, наверное. Не, те женщины, которые на выпивающих женятся и детей от них рожают. Вот это люди риска. Потому что, знаешь, мало того, что он выпивает, он тебя бить будет, и дети фриками родятся ебаными. Вот. Поэтому лично я против алкоголя. И если вы тоже против или за алкоголь, я советую вам поставить этому видео лайк, чтобы выразить свое мнение. И поддержать ветеранов. Я в этой серии про ветеранов зачесывал? Я не помню. Но если нет, то еще за ветеранов, потому что они сделали этот уровень. Все эти стриптизерши, это их невыполненные сексуальные... Ты подожди. Да, она помахала со скорями, но у нее такие колпаки. У нее колпачки, такие. Типа, да, как такие. Ну что, попробуем всем, что ли? Да. Shake it, baby. Не, это не будет реагировать, потому что, заметь, у нее другой спрайт. Да. Ну что, мы их убьем в конце или как? Как мы поступим? Да нет, зачем? Ты что? Зачем такая мизогиния? У нас и так мало женщин смотрит, только Ди Касл и все такое. Наша хорошая подруга, кстати. Если вы подписаны на Ди Касл, вам стоит подписаться на нас, потому что мы, по сути, один канал, только наш. Кто это? От Чикса, которая пиарится на ВКонтакте, там, где я пиарюсь. Ну, какой-то ребенок 15-летний, хуй знает. Имя запомнилось. Это тебе не Джабраил, который половина людей не произнесет, или не Федор. Который ничего никто не может. Так, давай поищем здесь секретки, чувак, лучше. Да какие тут секретки? Вот только эти патроны. Ну, знаешь, какие секретки должны быть разные. Ты давай знаешь, что делай? Ну. Ты в ту дверь большую иди. Какую большую дверь? О чем ты? Эту белую, гаражную дверь. Зачем? Мы оттуда пришли. Ага, вот и я о том же. Угу. А, ну да, иди в этот вентилятор. Да. И давай, Mayhem Man. Ой, блядь. Ну они и даунисы. Давай. Да, блядь, вот я... Говноед, давай, падай. Там где-то их корешок еще. Сейчас 137 здоровья, ты это как сделал? А, я нашел по дороге там какую-то штуку полезную. Подожди, вот там кто-то палит меня. Что, вот, он прям под ногами нашими стал, козел.
Вот эти спрайты непоседливые. Непоседливые, непоседы настоящие. Угу. Так. Думаю, нужно сосейвиться, как бы в очередной раз. Угу. Знаешь, когда вы играете с Джабраилом, вы играете с огнем настоящим. Да. О, мы за сцену зашли, чувак. Мы за сцену. Эллинским огнем. Сейчас, тихо. Мы зашли. Вот, я вижу тебя, коп. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Копер, копер, копер! Ты не можешь применять оружие, ты не можешь применять оружие. Хе, скажи это ментам из Филадельфии. Ну я белый! Ты больше не белый. Так, open. Воу, блядь, появился. Еще один, еще один. Да-да-да, я вижу его сейчас, мы его из шотгана подали. Ты выше только, выше бери. Нормально, все, заебись. Блядь, чувак, ты реально, ты вот... Ты с батей играешь, ты начинаешь мне какую-то тут комедию. Смотри, батя, знаешь. Небесную устраивать. Сыновья легко разочаровывают. Сейчас. Батя. Сейчас Дюка Нюкему придется танцевать чечетку, потому что открывается этот самый. А, ну тут не особо много зрителей. Да, но все эти зрители это представители инопланетной полиции. Кроме танцовщиц. Ну да. Ну они, может быть, двойные агенты какие-нибудь, хуй знает. Ну да. Работают на врага. Знаешь, их после того, как Лос-Анджелес освободят, налысо побреют всех. Скорее всего. За то, что это... спали с свиньями. Так, на здоровье возьму. Я недавно видел видео пиздатое, где мужик спал с лошадьми. Ну пиздато, действительно, слушай. Он говорил, что он может кобылку довести до оргазма своей пипой. До оргазмов может ее довести? Он называл это мэргазм. Мэргазм. Мэр — это кобыла по-английски, по-англицки. А оргазм — это как оргазм. Ну да, понятно. Тебе-то понятно, а им... Им что понятно? Да всем все понятно, всем все понятно. Друзья, зачем я сюда лез? Здесь ничего не было на самом деле. Ну так, по-хорошему, если судить. Ну, в принципе, там может быть был выход из уровня. Ну он тогда как был как-то. О, подожди. Так прям под дискобол. Ну да, че. А вон в ту белую дверь иди. Какую еще белую дверь? А ты обернись. Вон. Так это выход, я сюда пришел через эту дверь. Да, да, да. Ты взял просто здесь все нужно, и там теперь откроется новая локация. Что ты решил? Понятия не имею. Тут не было никогда никакой локации. А там дальше, дальше, в городе где-нибудь. Ну ладно, тогда выйдем из бара, что ли? Охуеть. Пардон муа. Ну вот. А ты снес дом? Да. Так, ну а куда теперь-то? Давай подумаем. Слушай, я и не знаю уже. Может, самое начало? А чё там мы? Может, там как новая локация открылась? Да какая-то новая локация, откуда? Ну, а ещё там. А ты вот тут был в этом магазине? Я там провёл половину этого прохождения. Факт, факт, согласен. Блин. Ну ты давай смотри, у тебя же прохождение под рукой, смотри, что... У меня нет прохождения, у меня есть какой-то сайт. We love Duke Nukem. Ну так и давай смотри, смотри, быстро, только очень сейчас, быстро. Сейчас. Только... А как уровень называется? Откуда я знаю? Второй уровень в игре вообще, как таковой. А, окей, level 2. Так, окей. Red Light District он называется. Или, ну да, или райончик красных фонарей. О, там патры есть, чувак. Короче, это... Сейчас тебе скажу нормально, как по-нормальному так. Короче, тебе надо в бэкстейдж идти, да? Ну это я сделал, подожди. И тут на множество ящиков, чтобы подобраться к чердаку. Подожди, тут был хитрый способ, как патры какие-то. Там наверху открываются патры. Только нужно что-то сделать. Во! Что ты там делаешь? Yes! Я открыл секретку. Нормально. Надо вообще прыгнуть на эти стулья. Да. И вот там вот открывается за спинами танцовщиц, открывается секретное помещение. Нихера себе. Видишь? Ну что? Опа. Кто соснул? Кто соснул? Я соснул, ничего я так не себе думаю. Ничего себе. Нормально я тебя унизил, да? Так, подожди, ну вот я за сценой, ну и где какие там коробки, о чем ты говоришь? Охренеть. Какие коробки? Ну, на коробки прыгать. Так нету никаких коробок тут.
там написано boxes. Это еще сленговое название вагины, так что попрыгай по вагинам, я не знаю, мэн. Нет, ни хрена, мэн. Смотри, вот это может быть коробка, на которой свин лежит. Да, ну может быть, кстати, да. Хотя это не коробка, нифига. На балкон прыгай. Ну да. Так он не допрыгивает. Да, бокс это же еще и ложа. А эта хуйня похожа на ложу, этот маленький балкончик. Это ложа стрип-клуба. Только он не допрыгивает до ложи стрип-клуба. А ты знаешь, что сделай? Ты с разбегу. А как тут с разбегу, если он такой вот маленький? Shift, если это как Doom. Зажатый shift. Да, ты был прав. Папа мэн, папа блэс. Папа блэс. Так, тихо. Козел сейчас. Только, братишка, ты не рассчитывай этот уровень пройти. А чё такое? Да так. You're in for a nasty surprise. Макретик, свинок. Сделай их наказанными. Тихо. Ты его бей. Так я его бью. А вот боксес, вот это, про это поговорил. Наверное. А вот же прохождение уровня. Ага. Смотри-ка. Вот так вот. А чё и что? Я ничего не понимаю. А что, ты уровень прошел? Я ж не ударил кулаком. По кнопке нажать тебя арестовали свиньи. И следующий уровень будет тюрьма. Но следующий уровень мы встретим уже в следующий уровень. В следующем летсплее, ребята. Давай сначала, перейдем на следующий уровень просто. И на нем уже попрощаемся. Ну, хорошо. Оу. А чё, это тебя запытали, что ли? Ну, press space to restart level. Я чё делаю? Это интересно было. Ну что, еще раз попробуем? Да нет. Сейчас, может, я только... Ну ты пройди уровень только. Да ладно, нет, чувак. Ну понятно, хорошо. Понятно, следующий уровень нужно будет что-то придумать, я не знаю. Следующий уровень будет для нас последним. В смысле, почему? Ну так все, тебя убили молнией, все. Так мы ж найдем способ, как пройти его. Ну, конечно. Вот. Но пока, я думаю, ты хочешь что-то сказать нашим геймоголикам. Ну да, надо запрыгать как-то по ящикам попробовать. Ну, ты это смотри осторожно с этим делом. Это ж крыша, это ж скайлайт. Ты сейчас выпрыгнешь и на улицу упадешь, разобьешься, ноги сломаешь как минимум. Тебе это оно надо? Надо. Надо шоколада. А он не может запрыгнуть так. А ты с шифтом прыгай. Я прыгаю с шифтом, он врезается все время в крышу. А тогда, может быть, туда и нельзя выйти. А с чего это нельзя? Ну а зачем? А зачем тебе на крышу ходить? Ты чтобы что? Избежать ареста. Ареста нельзя избежать, ты должен быть арестован. Сохранись, чувачок. Ладно, ребята, все. С вами был Джабраил. С вами был секс-инструктор Федор. И с вами был Дюк Нюкем в чистокровном 3D. Hell yeah, baby boy. Надеюсь, что вам понравилось. Понравилось настолько, что вы подпишитесь на канал и поставьте нам лайк, и поставьте like. Нам... И поставите нам шер на своей любимой социальной сети, такой как Одноклассники, MySpace, Facebook, ВКонтакте или Яндекс.Деньги. Где угодно. И... Пока, ребята. Все, пока. Пока.